я могу без рук? Модный шлем. Всем привет, с вами Ян Пучков. И сегодня мы поедем в новогоднюю ночь кататься на мотоциклах Урал. У нас их будет два. Это первый. Я буду на машине с зубастыми колесами. Еще будет машина, видимо, боевая, классика. Все как полагается, резина новая, петрошина какая-нибудь, да? Петрошина? Ага. Зимой самый тот. Это тот самый Урал, который в Крым ездил. Еще один синенький у Семена. Но его сегодня нету. Пикачу. Пикачу. Кот мышей нынче. Тахометр, что ли? Нет, это температура. Ага. Как ты его заведешь? Он же у тебя не инжекторный. Да легко, с полпинка. Вот что значит хорошее техническое состояние. Что, опять? Ладно, сейчас мы подождем второй мотоцикл. Я его еще поснимаю. На трусах, да. Закройте двери там, пожалуйста. Это второй Урал. Практически военная модель. Пулемет сняли на сегодня. Все-таки праздник. Все-таки праздник. Капитан. Капитан. Капитан готов. Капитан Джефф. Экипировался по полной. Вы посмотрите, какие колеса у всех. Это вам еще хренушие. Я экипирован по полной программе. Ахтунг. Велосипед мой надо закатить в гараж. Погодите. Лясик. В гараж хочу. Спишь. Один из Уралов сломался. Или что-то у них там случилось. Не дай бог, конечно. Стоят пока без света. Я сейчас приближу, конечно, насколько смогу. Вот они там. Бензин закончился. Подумал, что нет. Ураловоды. Они что... такие. Вот что еще раз доказываю, что у Вовы Урал в самом лучшем техническом состоянии и никогда не ломается. А если ломается, сразу ремонтируется. Посмотрите, как он ровно работает. Стали что-то, не знаю. Сейчас будем разбираться, чего у них случилось. Погода, конечно, классная. 2 или 3 градуса всего тепла. Тепла, говорю, холода. Но очень тепло. Ха-ха, народ собрался уже, смотрит на нас. За моей спиной там.
все-таки завелся. Но что-то случилось, видимо, ребята сворачивают во дворы. И мы за ними сейчас посмотрим, что у них там. Что говорите, колесо болтается? Мне показалось, но вроде нормально сзади все. Это мой район, я тут раньше жил. И здесь вон прыгают лихо. Сегодня я про Сибирь смотрел, как там француз жил, одинокий отшельник. Так он по льду на Урале ехал. Транспорт туда не может, грузовик ехать. Бери, говорит, мотоцикл, езжай. Вот по льду. Все нормально. Все, мы в гараже. Что, Саш, случилось? Так еще. Первый выезд не удался. Урал случился. Закидало свечи, закоптило. С Уралом бывают такие приколы, да? Постоянные. Постоянные. Этот год заканчивается, между прочим. Не надо мне тут. Я сейчас починю и все сделаю, и по катушкам. Оппозитчик приедет. Короче, в 12 ночи Ульянов на Урале будет ехать в дебат на заднем колесе, поняли? На переднем. На переднем. В 12 ночи Василий сделает санки, я решу по гаражам катать. Василий сделает Урал. Я, походу, он шеф, Василий сделает нажраться и уснуть. Чудеса случаются, как надо верить. Короче, всем понятно, ребята веселые. Сейчас мы починим Урал и поедем дальше. Может быть, сейчас нам подъедет позичек. Заведу, да. Все, походу мы ждем еще один Урал. Да. Более сурового оппозитчика. Приедет опытный человек и скажет, что мы идиоты. Пикачу! Хвост молнии! Я недавно женщина-кошка тоже примеряла хвост. И такая говорит, смотри, как могу. Я говорю, на чем он у тебя держится? Хулиган! Там торчит. А прикинь, у тебя с другой стороны хвост был. Это у тебя с другой стороны хвост. Не Пикачу, какого пола? Какого пола Пикачу все-таки, да, его? Так, вот должен впереди торчать. Пикачу, мальчик. Владение таким мотоциклом подразумевает постоянный уход. Если тебе скучно, купи Урал. Мне все говорят, покупай Урал. Зачем тебе твой баджадж? Хозяин сейчас меня будет выбрасывать с мотоцикла. Садись, прокачу. Садись, прокачу. В коляску? Ну да.
Сейчас прокатимся. Закрою багажник. Потом. Все, мы поехали кататься с Вовой на его крутом Урале. Только аккуратно, я без шлема. Капец, товарищи, это непередаваемое. Больше надо заниматься зимой. Показал один палец. Вот так. Коза. Две козы. Очень весело. Очень весело. А дашь немножко прокатиться? Попробуй. Я у тебя ведь уже катался, по-моему, немного. Зимой-то катался? Зимой на мотоцикле, только на своем Юпитере. Сядешь? Ну давай. Так, меня поснимаешь, сам. Так, сцепление. Первая передача. Тормоз я щупал. Ha ha ha!
О, оппозитчик едет. Встречка. Уходи направо. Уходи направо. Стой. О, еще Урал водит. Это не так-то легко. Развернуться и по этой улице также более почищено. Надо, вот в круговую. Тяжело сломать. Чувствуется прямо такое, как все там цилиндры, поршни, шатунные кольца, и что там стучит. Короче, прям чувствуешь все механизмы, когда едешь на таком мотоцикле. Это вам не полная чесотка. Я такую себе не буду покупать. Нафиг. И не надо говорить, что я без шлема. Ты в шапке? Да, я в шапке. Достаточно приятно. Внимание, Россия! Так, тут 10 заворачиваем? Да. Вот наш поворот. На хатиком. Идем, идем. Если Вова будет продавать этот мотоцикл когда-то, возможно, я у него его куплю. А на чем я вдалеке буду ездить? Ну вдруг, если ты купишь круче. Ага, новый. И джем заварится изнутри в гараже. Мне нравится очень новый Урал, где я раб, я уже на него слюни пускаю, думал кредит взять. Но это, конечно, не шуточная мечта пока. Но почему бы и нет? У нас съемка идет? Идет. Хорошо. Шикарно, просто шикарно. Пикачу стоит какой-то. Я сейчас первую, я аккуратненько подъедем. Наградом. Да, глуши. Ключ поверни. Какая крутость! О! Все?
Товарищи, это непередаваемое что-то. Кто не ездил на Урале с коляской зимой, тот жизнь прожил зря. Все, девчонки, замерзли? Нет. Нет? Пикачу. Жаждем кататься. Жаждем, жаждем, сейчас поедем. Конечно, в такой шубке ты не замерзнешь. Да, вон, рожки, ушки. И хвост. И хвост. Вот у нас приехал еще один человек. Тоже мотоцикл у него в практически, да, наверное, практически, да, идеальном состоянии. Все ровненькое, чистенькое, покрашенное. Смотрите, никакой ржавчины. Ну вот, номер хороший. 5035. О, зимняя защита рук. Какая-то трубочка. Ладно. Сейчас скоро поедем. Два ураловода рассуждают про аэродинамику Урала. Знаешь, как-то есть такая вещь, как аэродинамика Урала. Есть, да. Существует. Вот это вот стекло. Говорит один опытный ураловод, направляет воздух в водителя, поток воздуха. Пока ничего не ловил. Второй опытный ураловод говорит, что это все фигня. Поделитесь. Я первый день с ним. Это все не имеет смысла, если Урал заводится. Смотрите, тут даже украшения новогодние. Их было больше. Вот мне такие же штуки надо. Вот мне надо что-то подобное сделать на мотоцикл. Я всегда мечтал. Да, вот посмотрите, владельцы боксеров. Это какие-то брызговики резиновые. Вот это вещь. Потому что на мотоцикле при скорости у баджаджа здесь вот выносит воду с грязью и потоком воздуха прямо на ноги. Здоровались. И мы все еще никуда не едем. Да. Мандаринки там съешьте какие-нибудь. Не хотим. Мы хотим кататься. Вот, жены байкеров. Им бы только кататься и зимой, и летом. Да. Вот у токсикоз, он такой, куда они поехали. Куда поехали? Илюха открыл ворота. Что, поедет отсюда? Куда он денется? Все, третий Урал решено выкатить тоже. Жог. Что, пробный круг сделаешь? Такое чувство, что глушитель там от какого-то другого мотоцикла. Что-то как-то не хочу я таранить. Все, решили выехать, да, Саш? Да, и машина. Посмотрите, здесь нету воздушного... Фильтр, что ли, или что это? А нет, вот воздушный фильтр. Нету, нету. А это что такое? Трубка просто. А, трубы нету, патрубка нет. Патрубок есть, фильтра нет. Фильтр нет. Нормально. А в черной коробочке что находится? Фильтр. Ясно. Сейчас будет мини-тест Урала, который у нас дал немножко сбой. И надеюсь, мы поедем дальше. На елку, в центр. Потому что люди, которые нас видят на этих мотоциклах, мы остановились просто на дороге, стояли. Сразу собралась публика, стоят уже там, выстроились в ряд, машут руками, смотрят, всем интересно. Представляете, зимой мотоцикл увидеть, а еще и три целых мотоцикла. Правильно я говорю, девчонки? Еще людей на них, на целых мотоциклах, на да. Трех. Целых людей, да. Людей будет много. Ладно. Ладно, как не почистил. Мы тогда шли, куда мы шли? Кому? А, от вас, помнишь, мы тогда завалились? Тремя целыми, Саша завалился. А, мужик какой-то алкаш чешет нам на встрече такой. Я такой с тремя целыми. Зависть. Ладно, снег, конечно, красивый, все это здорово, но ехать надо, время не ждет. Открытая.
Вера, подойди, как-то поехал. У меня Урал, по-моему, а там сейчас реанимируется на этой стороне. Роман, давай. Роман. Роман. Это китаец. Это банты, что я брал. Давай. Вот приедем, мы доехали. Туда и обратно можно. Там. Это наша печь. Кулер, аккумулятор, отработка, которую я Джеффу обещал привезти и не привез. Надо привезти. Это Урал. У Джеффа что-то он его летом делал, нифига не сделал. Но сделает, наверное. Смотрите, это его. Как это, подвал, где он держит рабов. О, все в отработке. Сколько движков? Мне бы тоже надо дело техники ключей купить. Хороший набор. Что-то там Саша еще копается. Вот так всегда у Ураловодов. Что, Александр, какой прогноз? Прогноз плохой. Какой-то кронштейн для чего-то. Привязывает, наверное, лыжников. Так вот делать. Чаще. Вот так вот. И Василий любит часто врезаться мне в зад, чтобы не помял кузовщину. Бампер. Да. Зеркало от Вираги какое-нибудь, да? Не, есть. А второй от Хунды. Вот смотрите, Вирага махровых годов, какая красота. А это что такое? Что за ширпотреб? Это реплика Хунды. Реплика, значит, Китай, значит, да? Так, кто-то мне звонит. Номер два. Ты садись за мной. Нет, лучше ты поменьше. Мне тоже надо, видимо, развернуться будет. Разворачивайся. Вот сейчас там Урал освободится. Вика, ну что ты поедешь? Я в машине еду в полную. Распределились. Дядя Саша едет. Я легонькая, поэтому меня беру. Да, да, берем. Снимать будешь? Или Маришка будет снимать? Кто-нибудь из вас? Или нет. Ты спереди будешь сидеть, да? Нет, просто надо спереди самым большим. Мы приехали на тайную базу мотоциклистов клуба ИЖ. Это наши Уралы. Моя машина, куча снега. Сейчас мы поедем поздравлять ижевчан. Уже потому, что Новый год наступил. И встретили мы Новый год в дороге. Это Даша. Привет. Это old school.
Идут последние приготовления. О, охренеть тут гараж. Сколько техники, его посмотрите. Кошмар. Ладно, не буду тут пока снимать без разрешения. Пойду на выход, сейчас меня еще закроют, не дай бог. Вот так вот у нас в городе ижевчане празднуют Новый год. Да, такие вот касочки с ушками, целый комбинезон зайца. Еще даже два зайца у нас. Дед Мороз. Это, наверное, олень с кошачьими ушками вместо оленя. Я говорю, Даша, это, наверное, вместо оленя помощника, да? Кто? Так, что, вы заблуждались, давай? Вот и Джефф. Я тут так мимо проходил. Мимо проходил, да. Там даже звезда горит. Во лбу. Ура, Новый год. Это наша Снегурка. По-моему, здесь новая коляска на этом Юпитере. Ну, Вова, всегда у него Урал заводится с полтычка. Приятной вибрации. Все, походу надо уже потихонечку трогаться. Идем к нашему танку. Танк. Так, где у меня ключи от машины? Интересно. Музыки нету. Ну вот и завтра первую поеду. Дед Мороз. Товарищи, посмотрите, какая красота. Елка со звездой, она еще горит. Это же советская звезда у меня такая есть на елке, на советской тоже. Музло. Че, мы поехали, да? Передаю нашему оператору. Так, мотоциклистов сегодня в приоритете пропускаем вперед. Хвост у кого-то там, или змея какая-то торчит. Ну все, там игрушками затарились. Вау. Мы такие тяжелые. Мы такие нелегкие. Сзади там Nissan Juke, да? Еще кто-то не знает. Juke? Нива же. Три технички. Ладно, сейчас пока можешь не снимать, это так интересно за кого. Если вот справа где-то, то слева. Ян, получается 4 мотоцикла, 3 технички. Нормально еще. Ну, 4 мотоцикла, я думаю. Что, я останавливаю, да? Да. Сейчас ты что снимать. Да, сбоку. Снимаю. Пассажир.
Слушай, все? Нивы нету, что ли? Ты мне там подбирал. А что, теперь технически Нивы нужно? Выйти, что ли? Свободная машина. Я что-то делаю. Пошли, пошли. Давай. Пикачу! Ура! Так, мы остановились на заправке. Сейчас тут заливают двухтактное масло, смешивают с бензином. Посмотрите, Лукойл. Лукойл, двухтактный, мото 2Т. Видали, какое приспособление специальное? В крышечке прямо мерная емкость. Бегемотик. Белка на лыжах и бегемот какой-то. Здесь тоже в баке крышечка специальная. Двухтактный Лукойл. Смотрите, какой бак увеличенный, большой. На этой площадке можно танцевать, здесь люди прямо ногами ходят, вот тут. О, мотоциклетные краги. Советские, очень похоже. О, они еще теплые, с этим, смехом. Круто. Таких, конечно, не холодно. Вот наши красивые мотоциклы Уралы и прочее. Сейчас мы едем, они уже заводятся. На изготовку ждем еще один мотоцикл. Вовин Урал по-прежнему заводится идеально. С Новым годом! С Новым годом! Ура! Ура! Палка сенсорная какая-то. Она любит, когда я ударяю. Волшебная палка. Волшебная палка. Посох. Так, все, похоже, народ тронулся. Тоже идем в машину. На изготовку. Бежим. Девчонки с коньяком носятся. Довольная и счастливая, блин.
могу быть. Мы заехали во двор, очень тесный, поздравить народ, пожечь бенгальские огни. Вы это говно 2 года из гаража выметали, блин. Пахнули в прошлый раз. Внутри. Очевидно, поздравляют маму одного из зайцев. Дед Мороз подарок. А кто у нас может? Как это мило. Кто может сфотографировать? Вова, да. У тебя же есть машина? Есть. Что тебе больше нравится, мотоцикл или машина? И то, и то. Раз ты зимой ездишь на мотоцикле, значит тебе не принципиально тепло и 4 стены, как говорится. Вокруг. У меня еще велосипед так стоит. Это уже зимой. Спорт. А? Для спорта. Да. Чтобы погонять по грязи тоже. Есть 2 колеса, 3 колеса, 4 колеса. Все есть. Нет. Но мотоцикл лучше. Все лучше. Любая техника лучше. Даша, ты сегодня помощница Санты? Да. Чего делала? Заменяла оленя Рудольфа. Оленя Рудольфа. Шкурка от оленя, да? Ну да, сняла на время. Наверное. А шлем от кисы? Ну, разные животные бегают. Ясно, приходится ясно. Крутиться. Ясно, ясно. Ставим. Капитан, скажи нам пару слов про Новый год. Он уже наступил. Гениальный или великий человек всегда должен сказать какое-то слово решающее, чтобы народ подбодрить. Я подбодрю. Давай. Этот Новый год был как бесконечный анальный карнавал. Слава Богу, он кончился. Вот такие суровые слова сказал нам наш предводитель ураловодов. Видели мы твой Урал, разобранный в хлам. Ты так его и не собрал за весь год. У меня не было ни денег, ни времени, ни желания собирать. Да. Новый год, то есть прошлый год не принес ничего хорошего. Наоборот. Да? Только плохое. Только плохое. Твою же бабушку. Нас, походу, уже, да, обстреливают. Пожелаем Сокол. Джеффу в будущем году все-таки дособрать гореть свой в аду. Урал. Гореть в аду? Да. Ладно. В новом году. Давай скажи арр. Арр. А, красавчик. Нас сейчас будут запускать. Ой, бомба!
Ёб твою мать! Джефф, ты чё? Пошёл я отсюда. Это чё сейчас было? Это Джефф кинул. Какая же... Какая жесть. Уф. Ну что, дорогие друзья, наверное, наша поездка подходит к концу. Зайцы, Снегурки и Деды Морозы уезжают дальше. Не будем им мешать. Народу очень весело. Они еще будут кататься, поздравлять и прочее. Все мотоциклы я поснимал. А мы с командой оппозитчиков вернемся назад. Вернемся в гараж, и там уже ребята будут кушать, пить и отдыхать. Всем до свидания. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.